Девчонки, всем доброе утро. Я, по-моему, еще снимала что-то вечером, но после этого шпагата все закончилось не очень хорошо, потому что у меня поднялась температура. Я сейчас поставила стирку. Стираться. Вот. А, прикиньте, у меня еще утром зашла. У меня была такая проблемка с ТикТоком. У меня видео заблокировали. Вот. Я подавала апелляцию, чтобы мне его, типа, перерассмотрели. Потому что там вроде как ничего такого не было, что было в перечне того, что запрещено. Вот. И мне с утра пришло уведомление, что мое видео восстановили, все. Но я такая думаю, блин, а выпущу-ка я еще один свой черновик там, который с бананом. Он тоже смешной, думаю, пусть будет, пока болею, все равно видео новых нету, пока что, вот. Ну, пока, в смысле, идей, фантазий, вот этих вот настроений, пока из-за горла, из-за состояния нету. Фиг знает, когда оно появится, сегодня вечером, сегодня в обед, завтра, послезавтра. Вот я такая, скину-ка я черновик, типа, ну, угарно, угарно. В итоге, короче, этот черновик у меня попал в топ. Там уже 30 тысяч просмотров, я такая, 38 тысяч просмотров, я такая, что? Я проснулась сегодня 1:30, легла около 6, только аж около 6. Сегодня мы будем собирать подарок Диане, поэтому я сегодня очень много не буду снимать, потому что я сегодня дома. Кстати, есть хорошая еще новость, завтра мне не надо идти на физкультуру, потому что у меня стоит зачет. И у меня все просто прекрасно. Нам понадобится... В общем, я сейчас все положу на пол, то, что мне нужно. Мне нужна еще газета. Я кое-что поменяла в подарки. Я теперь Диане подарю не 11 тысяч, как я хотела, а 16. То есть на 5 больше. Вот. Сейчас мне Димка звонит, извиняюсь. Извиняюсь, Димка звонил. Что, он уже поехал, он пришел где-то утром, но он у Гриши был, я говорила, вот, так вот, решила подарить на 5 000 больше, потому что я так подумала, если, типа, я буду стараться, у меня же есть еще, помните, я говорила в том году, что те, которые денежки я заработала, я кину их на цели, так вот, у меня эта цель заканчивается в мае, вот эта фигня. Поэтому у меня на поездку вроде как еще на билеты точно на двоих есть. Вот. Там уже смотря по датам, как нам попадет, не попадет. То есть, если судьба мне попасть в Сеул именно в 2020 году, а я хочу именно в 2020 году, потому что у меня смысл вот этого дневника, ну, YouTube-канала по-простому, вот, в том, чтобы я побывала в Сеуле, и я это сделаю, мы это осуществим, мы это сделаем вдвоем, ну, я надеюсь, вот. Там нет никого, я просто так посмотрела. Вот, и Диана сказала, что вот этот тур выставили на апрель месяц, а она очень хочет побывать на этом концерте, поэтому я решила, ну, если у меня есть, у меня... Действительно, оставались 5 000 рублей. Последние, которые вот с первой моей цели. Да что ты хрустишь? Вот. И сейчас у меня... Я думала эти 5 000 просто оставить. И пусть будут. Типа, докинуть к другим. Но я так подумала, Диане сейчас будет важнее. И у нее как бы... юбилей, праздник, все-таки 20 лет исполнится, поэтому я решила подарить 15 000 рублей плюс 1000, то есть 16 000 рублей. И сейчас я это как-то хочу все разобрать. Вот. Сейчас покажу, что я как раз-таки купила Диане. Это вот такой вот пакетик. Это именно на Новый год ей подарок. Потому что она всегда говорит, что ее день рождения смещают с Новым годом, поэтому это отдельно такой подарочек сладкий ей на Новый год. И я тут напишу, это тебе тупица именно в новогоднюю ночь. Вот.
Так что вот такой вот подарочек будет ей на Новый год. Это убираем. Я потом покажу, как я это все упакую. Я вроде как схему придумала интересную, но не знаю, получится у меня или нет. Потом родителям Дианы на новогоднюю ночь я дарю вот по такой вот штучке. Это емкости для сахара и для соли. Вот. Также я обещала что-то привезти именно родителям Дианы с Украины, когда была у бабушки в октябре. И я решила выбрать вот такие кружечки. Вот такие вот. Одна голубая для папы Дианиного, а это красненькая для мамы. Вот такие кружечки и там конфетки. Вот такие вот разные. Пыталась найти именно украинские, но там что-то не особо я нашла. В плане, чтобы написано было по-украински, там по-английски большинство. Дальше два киндер-сюрприза. Я взяла два на всякий случай, если у меня там один от моих рук сломается. Короче, идея такая. В один из киндер-сюрпризов его открыть. И... секунду. Его открыть. Вот эти денежки. Так, секунду, они не все. Сейчас я все вернулась. Открыть один киндер-сюрприз. И туда... достать оттуда игрушку и положить вот одну купюру, короче, пятитысячную. Но я так подумала... Если бы у меня было много денег, я бы, правда, дарила и своим родителям, и своим друзьям, правда, те подарки, которые я бы им хотела бы подарить. Но у меня особо денег нет. Вот. И это правда, вот эти деньги я бы могла себе оставить на поездку, я бы могла их не дарить. Но я такой человек, который, ну, я не могу. Вот мне кажется, что Диана достойна вот такого подарка. Знаете, я верю в то, что вот ты подаришь, делаешь людям добро, и добро тебе вернется. Поэтому, если бы мне такое подарили, я была бы просто счастлива. Просто счастлива. Тут три купюры по 5000 и 1000. Вот эту 1000 я положу в открытку, которую она откроет с самого начала. И она будет думать, что я подарю 1000. Но на самом деле тут будет чуть-чуть побольше. Вот. Так вот, про свои цели. Смотрите, у меня вот те 100 000 рублей, которые у меня были первые, которые родители собирали, я их разложила по полочкам. И есть еще 100 000, которые я... Ну, там больше чуть-чуть. Которую я заработала сама в том году на двух работах. Вот кто меня смотрит, вы меня поймете и, ну, поймете, откуда столько такая сумма. Я не из богатой семьи ни в коем случае. Так вот, так получилось, что я купила папе... Сейчас показать не могу, потому что он в общежитии Дианы, он уехал, чтобы я с девочками не была с пакетом. Вот, папе купила телефон, он у меня вышел 20. Я говорю, чтобы вы понимали, куда деньги ушли. Потом я сделала Диме подарок на Новый год, который один в совокупности 14. Но я пока не буду говорить, что. И я надеюсь, что он понравится Диме. А второй, он, по-моему, 6 или 7. Вот. Потом маме я взяла набор... Такой же, кстати, как дарю. Вот как раз это к подарку на день рождения Диане. Но это будет подарок маме. Я тут напишу, что в этот день, типа, благодаря вам, ну, что-то такое появилось. Ваша замечательная, такой человечек, как Диана, ну, вот что-то такое. Вот это именно маме. Но это в день рождения Дианы. Вот я купила маме такой же набор. Потом купила чайник. Заварочный, стеклянный, тоже родителям. Потом купила папе набор с бальзамом для бритья. Брату взяла набор. Потом маме Диминой взяла. Потом Даше, сестре Диминой, купила подарок.
Дальше я 7 или 8 тысяч отложила на... как она называется-то? Блин. На раковину. На вот этот вот набор, который в Икее мы показывали. Вот я все-таки его хотела бы взять. Он дорогой, но 7 тысяч я уже положила в цель, чтобы она накапливалась. Потом 4 с чем-то тысячи у меня есть на цели с хаской. На щенок хаски. Дальше у меня... Ну, есть цель билеты в Сеул, но там осталось то ли 1500, то ли 900, вот что-то такое в этом районе. 1000. Потом коробочки я покупала подарочные, вот пакетики подарочные. Потом что я еще брала? Куда у меня деньги ушли? А, ну, елочные игрушки. Потом еще что-то. Короче, вот это у меня реально остались вот последние. Единственное, что у меня еще есть, это отложенные денежки родителям на телевизор. Вот, там 30 с чем-то. Вот. И я хочу в этом районе тоже хороший телевизор подобрать и подарить. В общем, поэтому у меня осталось ничего. И как бы имея возможность. Ну вот представьте, что я бы не дарила вот эти деньги. У меня остались вот там 15 тысяч рублей на билеты в Южную Корею. Я понимаю, что я лечу позднее, а Диане это важнее. И поэтому я... Макне, может, когда-нибудь ты посмотришь это видео, я чисто ради добра хочу тебе сделать вот такой подарок, чтобы он правда тебе помог осуществить твою мечту, чтобы ты побывала на концерте, чтобы ты смогла себе купить то, что бы ты захотела из стафа, чтобы у тебя получилось получить членство армии, вот, чтобы у тебя было все хорошо, и чтобы ты обо мне помнила, что я тебе чуть-чуть в этой мечте помогла, и в дальнейшем, может, ты бы рассказывала своим детям, что я какую-то маленькую такую частичку внесла в твою поездку, и ты так меня, может, запомнишь. Кто знает, мы никто не знаем, когда что случится, и, возможно, типа, общаться. Ну, все бывает, все бывает. Поэтому вот, я дарю это тебе, и пусть это добро когда-нибудь вернется мне. Но не в плане, я не говорю, что чтобы мне вернулись деньги, а просто я хочу правда делать людям добро, и чтобы в моей жизни вот тоже были какие-то хорошие моменты. И, в общем, я хочу, чтобы у всех все было хорошо, поэтому я хочу делать всем подарки. Мне нравится делать подарки, чтобы люди были счастливы. Короче, мы отошли от темы. Дальше. Продолжаем. То есть у нас есть купюры, которые я должна одну купюру запихать в киндер-сюрприз, вторую положить в открытку, одну положить просто так в бумажку, а вот третью купюру я вот, блин, пока не знаю, куда ее сунуть. Но я надеюсь, придумаю что-нибудь. Да, надо будет что-то придумать. Вот эта открытка Диане в день рождения. Это открыточка Дианиным родителям в Новый год. То, что она любит, это такса. Эту таксу, кто помнит, мы с Димой ходили, и я покупала ее в буквоеде еще то ли в сентябре, то ли ну, в начале сентября или в конце сентября. Вот кто помнит эту таксу? Вот она. Она в то время стоила 1500 рублей. Вот. И я тогда думала, что это будет единственный мой подарок Диане. Но я решила, так как она сказала, что... Она правда, она очень старается, поэтому она достойна этого. И я рада, что я могу... Короче, Диане важнее эти деньги сейчас, чем мне. Вот. А я потом себе что-нибудь куплю когда-нибудь. Вот. Я и так вчера поела чуть ли не на 900 рублей в Токио Сити, поэтому у меня так немного сердце прихватило от того, что я сколько потратила. Вот. В общем, как-то вот так.
Сейчас я все приготовлю, принесу газету, скажу, что я хочу делать. А именно я хочу сделать комочки. Вот из этого это, короче, сделать комочек. Вот свернуть его как-нибудь и сделать комок. Для этого мне нужна газета и скотч. Потом из этого я тоже хочу сделать шарик. То есть открыть, поставить туда купюру и сделать шарик. Какое-то видео очень длинное будет, извиняюсь, сразу говорю. Вот. И, в общем, хочу все сделать в шариках. Вот это хочу сделать шариком. Все, что к дню рождения, хочу сделать шариками. Вот. В общем, ладненько, буду я начинать делать. В принципе, идею я сказала. Так что как-то вот так. Все. Увидимся, когда я уже все скатаю наверх. Девчонки, быстрое включение. Я включила уральских пельменей на фон. Теперь мне не так скучно. Вот купюра одна уже вот здесь. Здесь только одна. И я притащила кипяток. Вот у меня есть две дольки от киндера. У меня есть вот такая вот такой ножичек. Сейчас я смакну его туда. Попытаюсь расплавить и быстренько закрыть. Я очень надеюсь, что у меня получится, потому что второй киндер я съела, потому что он у меня сломался и порвалась фольга. А с этим, я думаю, все будет хорошо, тут, чтобы у меня получилось. Вроде как получилось, я не знаю, склеятся они или нет, долечки. Сейчас главное теперь красиво вот его закрыть, и я напишу надпись, это еще не придумала, блин. Сейчас придумаю, напишу. У меня, по-моему, одна бумажечка белая есть. Остальные Дима бумажки белые принесет, потому что у меня бумаги вообще белой нету. А я хочу, чтобы эти кружки были белые. Поэтому они пока будут сейчас. Вот в этой газете, которую я нашла, и то ее мало. Я боюсь, что ее не хватит. И, в общем, надо будет ждать, аж когда Дима придет. Вот. Так что. Сейчас будем пробовать закрывать. Удача. Блин. Я испортила киндер. В общем, я сначала как-то, видимо, своим теплым пальцем продавила тут. Я пыталась заворачивать два раза. Типа там была каемочка, я сначала раз завернула, а потом уже, которая каемочка уже ближе к самому киндеру идет вот так вот. Ну, вот тут впереди, вот видите, вот тут есть вот такая вот большая вмятина. Ну ладно, я ее бумажкой замотаю, все равно. Так что все будет нормально. Все, один подарок готов. Девчонки, уже 5 вечера. У меня реально, я не нашла белую бумагу, которую мне нужно, обычную А4. У нас, правда, нету дома. Мне Димка сказал, привезет. В общем, что у меня получилось? Тут, как вы уже понимаете, яйцо и купюра. Здесь я замотала таксу. Я фотку вставлю, забыла что-то видос снять, пожалуйста. Я с Димой разговаривала, быстренько сфотографировала. Я положила, в общем, еще одну 5-тысячную купюру как он называется, в ошейник. Вот. И закрутила шарик, замотала одним слоем газеты и сверху вот так вот замотала скотчем. Кстати, я вот тут место пропустила. Сейчас замотаю. Вот. И у меня еще одна идея появилась. Вот как раз я не знала, куда третью купюру девать. В общем, смотрите. Я вот эту вот приклею вот сюда. Вот так вот на уголочек. И вот так она будет закрываться. Здесь я напишу поздравление. А вот эту купюру, когда у нас листик появится, я уберу в листик. Вот я ее уже свернула. По-всякому. Я уже попыталась даже меньше свернуть, но потом думаю, нет, слишком объемно будет. А это как раз вот, ну, более-менее. И вот здесь есть ежик, а как раз меня называют ежом. Я вот так вот приклею белую бумажку и дорисую тут шарик, заклею вот так вот скотчем и тоже напишу что-нибудь типа «Открой меня» или что-то такое. Короче, осталось только ждать Диму. Я ничего снимать больше не буду, чтобы видео не было таким офигеть как огроменным. Так что будем ждать прихода Димы. Это будет уже поздно вечером. И мы продолжим, я продолжу все упаковывать. Так что как-то пока вот так. Сколько времечко уже? 20 минут. Я специально ничего не снимала. Димка пришел. Поздновато, правда, но так получилось по работе.
принес мне две вот такие шоколадочки. Даже прикиньте, принес молоко, чтобы я разогрела себе для горла. И прикиньте, я, короче, с утра его попросила сухариков, что-то хотела сухарики. Я забыла про это. Мне Дима принес сухарики, и за вот этой упаковкой, за какой-то, которая с хреном, он ходил в другой магазин. Там нельзя было оплатить по карте, там было что-то с терминалом. И он ждал, пока здесь у нас в 12 откроется магазин, чтобы снять наличку и обратно купить по наличным. Я такая думаю, ну, блин, так приятно, капец. Там у нас ужин, сейчас мы будем кушать, так что вам приятненького аппетита. Завтра Диана должна приехать с утреца, у нее воду в общаге выключили. И поэтому я ей предложила помыться у нас. Ну, голову, в смысле, она хочет там что-то свое сделать, а воды нету. Короче, вот бумага, которую Димка мне принес, упаковку. Я буду вот это заверну в белое, вот это заверну в белое. Помните, да, то, что я говорила про шарик? Сделаю шарик в открытке. Открытку не буду заворачивать. Или нет, открытку тоже заверну в белое. И вот это заверну в белое. Вот. Пока все. Когда я вот это все сделаю, я уже включу, чтобы время не тратить, потому что видео будет очень длинным. Еще раз повторю. Уже час ночи. До нас наконец-таки руки дошли сделать маску. Мы сейчас ляжем спать. Какой страх. Дим. Какая прелесть. В общем, ладно, мы ложимся спать, потому что Диана с утра приедет. Это уже буду завтра делать, так что все. Всем спокойной ночи.